Как-то раз один мой знакомый пригласил меня в загородный дом. В доме было слишком холодно, и я попросила его согреть меня. И тогда он включил свою тепловую пушку. Пушка помогает быстро согреть вас и помещение, в котором вы находитесь. Работает как большой вентилятор с нагревателем. Холодный воздух заходит внутрь, нагревается, а затем горячим выходит наружу. Пушки бывают разных типов в зависимости от того, на каком топливе работают и для каких задач предназначены. Самые удобные для небольших помещений электрические тепловые пушки, безопасны и не доставляют хлопот в использовании. Легко включаются, не требуют сложного обслуживания, а также не выделяют запахов или вредных газов, поэтому их можно использовать в закрытых помещениях. Газовые тепловые пушки мощные и эффективные. Используются там, где нужно быстро прогреть большой объем воздуха. Работают на сжиженном, баллонном или природном газе. Дизельные тепловые пушки – отличный вариант для больших строек или мастерских, где нет постоянного электричества. Могут работать автономно. Для локального обогрева хорошо подходят инфракрасные тепловые пушки. Греют не воздух, а предметы и людей вокруг. Но не смогут обогреть большое помещение целиком, так как обладает меньшей мощностью по сравнению с другими. Как же выбрать подходящую тепловую пушку? Ответьте на несколько вопросов. Первый. Где я собираюсь ее использовать? Чтобы быстро обогреть дом, гараж или хорошенькую девушку, вам идеально подойдет электрическая пушка. Безопасно, просто, никакой мороки. Для более серьезных помещений, стройки или склада, лучше взять газовую или дизельную пушку. Они мощнее и быстрее нагревают. А если вы хотите наслаждаться чашечкой кофе у себя на открытой веранде, выбирайте инфракрасную пушку. Она отлично греет локально, не разгоняя воздух. Многие тепловые пушки довольно шумные из-за работы вентилятора, что может быть важно, если планируешь использовать их в жилых или рабочих помещениях. Какая мощность мне необходима? Для больших помещений можно ориентироваться на правило 1 кВт тепловой мощности на 10 квадратных метров площади. Какой источник энергии мне доступен? Если в помещении есть электричество, ваш выбор очевиден. Если электричество недоступно или нестабильно, лучше взять газовую или дизельную модель. Важен ли вам комфорт? Тогда берите пушку с термостатом для контроля температуры, автоматическим отключением и защитой от перегрева. В тот самый раз мой знакомый все-таки согрел меня, но не тепловой пушкой, а чашечкой горячего шоколада.